Во вторую годовщину образования Центра помощи при ДТП в муниципалитете сотрудники Одинцовской госавтоинспекции вместе с представителями общественной организации «Союз безопасности дорожного движения» провели экскурсию для кандидатов в водители. Им рассказали о видах ДТП, о том, как правильно вести себя в случае аварии и о деятельности центра. Автоинспекторы вместе с ребятами заполнили образцы европротокола, а в завершение встречи всем участникам вручили световозвращающие брелоки и памятки.